Есть электронный паспорт. Уважаемые граждане, продолжает действовать режим повышенной готовности. Данный акт незаконно, просьба задействовать. Еще раз. Уважаемые граждане, продолжает действовать режим повышенной готовности. Данный акт незаконно, просьба задействовать. На каком основании? У журналистов есть пресс-карты, они не должны иметь это Меня забрали с пресс-карты. Я здесь нахожусь как журналист. Я не стоял в пикете. Пожалуйста, зафиксируйте это и передайте своим редакциям прямо сейчас. Хорошо? Мы с Татьяной Кильгенгауэр задержаны во время выполнения своей работы. Они находятся здесь как... На каком основании вы их задержали? Вы же знаете, что у них есть пресс-карты. На каком основании проведено задержание?